Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Такая вот случилась тема, решил все-таки видеообзор сделать. Купил я сито для слива. Ну, для лета, на сейчас самое как бы актуальное. Марля можно быть, ну, решил все-таки, думаю, куплю сито. У меня вот есть такое сито для слива. Алюминия, ну это для закрутки, для закруток, когда горячие банки, удобно, железно. Ну, думаю, пластику возьму для кваса, квас банок слить там или чайный гриб. И вот что получается, тут, ну, как бы, производите ИП, скорых, Ставропольский край, Кисловодск, ну, молодец, все сделал. Тут с помощью этого простого приспособления легко слить жидкость с консервированных ягод, фруктов, а также с консервов из овощей. Применение. Крышку надеть на горлышко банки, банку держать под наклоном, пока не сольется жидкость. Ну, смотрите, что получается. Что ж, блин, наш производитель так это сделал. Вот, вроде бы, да, хорошее это. Ну, вот, ободок почему-то, вот именно край, куда банка заходит. Почему он сделан на ручке? Это я что, как буду? Еще и держать ее должен? Это для чего тогда вот эта ручка? Вопрос. Хотел бы я у производителя. Вот смотрите, что получается. Да, все прекрасно заходит, все плотненько. Вопросов нет. Но если я буду сливать, сейчас, ну это у меня жидкости мало. А так, то она вот, она спадает. Она спадает. Хотя, идея хорошая. Молодец. С одной стороны. Ну, ручку, блин. Ну, почему ручку нельзя было сделать с этой стороны? Вот. Элементарно. Вот, ты одел. Вот. Все. Ты одной рукой даже можешь сливать. Вот, пожалуйста. Все сливается прекрасно. Почему? Вопрос к этому производителю, конечно. Ну, сделал, ладно. Вот опять же, сливать бы, да? Я буду держать. Вот эта ручка, она мешает. Или вы бы делали без ручки, или ручку переделать на другую сторону. Ну, буду что-то придумывать. Может быть, я из этой переделаю сюда. Только вот думаю, как бы, чтобы у меня горлышко проходило хорошо. Все, всем спасибо.